Родина. Как много в этом слове чувств. Вы знаете, это невозможно передать словами. Я считаю, что нужно доказывать делами. Моя родина – Узбекистан. Это светское государство, которое неуклонно, твердо идет к процветанию во главе с глубоко уважаемым нашим президентом, молодым, энергичным президентом, господином Мирзиёевым Шавкатом Романовичем. Всегда моей главной мечтой, после того, как уехала из страны, уже многие годы живу за границей, было вернуться на родину и оставить свой след в истории родного Узбекистана. Я горжусь тем, что я узбечка, и была бы особенно горда, если бы мой опыт и знания, приобретенные за долгие годы работы за пределами страны, оказались полезными моему народу. И вы знаете, мечты, они всегда прекрасны. Если они являются основой целей нашей жизни, то я считаю, что и когда они касаются Родины, они становятся смыслом жизни. Вот накануне такого большого праздника, такого красивого праздника, всенародного праздника, как Мустакылык, независимости Узбекистана, хочу от всей души поздравить великий народ Узбекистана с этим праздником и пожелать процветания и мирного неба над головой. Это самое главное. И в свете решений нашего глубоко уважаемого президента Шавкат Миромановича Мирзиёева, на свете его решений, в свете его деяний и проводимых реформ, неизменного усовершенствования выбранного его пути развития и процветания Узбекистана, пусть, надеюсь, внести свой небольшой вклад на пути к претворению в жизнь поставленных целей и задач для улучшения благосостояния своего народа, своей страны. Я буду горда этим, если смогу это сделать. И еще раз от души желаю своему народу счастья и мирного неба над головой.